Всем привет! Сегодня воскресенье, 17 июня. Мы на прогулке в вечерней Анапе. Мы находимся на улице Горького. Вот недалеко сцена есть. Ну, сейчас покажем. Вот так, впереди, как это там называется, сцена. Ну, сцена, где выступает эстрада. Вот зараза. Пойдем дальше. А, тут... фокус, вот быстро переводишь, у него фокус немножечко. Вот впереди у нас летняя эстрада. Много отдыхающих. Там у нас набережная. Вот еще небольшая море. Сценка, где выступает оркестр. Да, сегодня, кстати. Иногда бывает. Вот такая улица. Здесь можно ходить, гулять, развлекаться. Много развлечений, много торговых точек. Вот подвижные фигуры. Вот, кстати, да. Там у нас развлечения различные, аттракционы. Внизу слева будет белая шляпа, как называется, композиция такая, где можно сфотографироваться. Вот, справа фонтаны, музыкальные фонтаны с подсветкой, очень интересные. Административное здание. Пойдем посмотрим фонтанчик. Конечно. Так, далеко туда не пойдем, так отсюда немного снимаем. Такие фонтаны. В ту сторону у нас выход к набережной, к пляжу. Ну и тут все всевозможные развлечения. Платные фото с роботами, панды. Да, вон там роботы стоят, панды. Все, глядите же. А вон, кстати, шляпа виднеется. Вон там детишки на шляпе. Кинотеатры вот различные, аттракционы, детское вот колесо обозрения. Здесь много кафешек с левой и с правой стороны, где можно посидеть, отдохнуть, потанцевать. Вот, например, справа есть танцевальная площадка. Там уже и танцуют. Спасибо. Он сразу готовит кушать, столовая.
Гирос. Это Гирос Кинг, одна из сетей как раз мы покупаем. Да, мы там сейчас теперь берем постоянно шаурму, да. 150 рублей дороже, чем обычно, но она длинная, такая сытная, и сделана добротно. Церето, да. Здесь у них скутер, по-моему, ездит с доставкой пиццы. Такой кэб, скутер кэб. Интересный такой, доставляет пиццу по Анапе. Ну, а вот мы приближаемся. Еще аттракционы. К экстремальному виду отдыха. Аттракционов отдыха. А по-моему так и называется? Экстрим. Экстрим. Предлагают нам фотографироваться, да? Нет, различные. Вот конные прогулки, вот как раз конные прогулки по 200 рублей. Классно. Надо съездить на конные прогулки. Вот такой у нас экстрим. То еще развлечение. Наверное. Ну вот там еще вот на дальнем плане вот еще есть. Пойдем дальше. Экстримно. Не будем заострять на этом внимание. На экстриме. Очередная столовая, шашлык. Улица Горького, как всегда, полна всевозможными развлечениями, предложениями. Делать как остается за покупателем и ценой. Здесь можно здесь и праздник и души, и желудка, и покушать, и развлечься. Любой вид развлечений. Различных там надувных матрасов, кругов, мечей для детишек. Колес. Да. Очередной шашлык готовится, можно сказать, онлайн сразу на ваших глазах. Вот уже, сколько нам уже подать? Третья или четвертая крокодиловая ферма. Ну да. Их тут тоже велико множество. Теряет резкость. Ну и что, смотрю еще выступление нижнего-верхнего брейка. Вина Кубани, как всегда, много их здесь в различных магазинчиках виноделов. Вот очередное трюкачи, которые будут тут прыгать. Нижний-верхний брейк. По-моему, мы тут одно время уже с ним были знакомы. Ну это другие, да, но я имею в виду примерно как. А потом спать сумочку, будет сумочки бегать, собирать деньги. Ну правильно, за просмотр надо платить. Можно наверх. Мы не будем заострять внимание на этом. Акцентировать. Да не надо тут, пойдем. Ты хоть посмотри. Вон фаер-шоу, пожалуйста. Подальше, вот это будет, я думаю, интереснее. А? Это, я думаю, будет интереснее посмотреть. Да, и музыка тоже. Вот все развлечения как раз они начинаются именно вот с 8, наверное, да, с 9 часов. Самое интересное. Bye.
цель сегодня смотреть на выступление, а просто пройтись по улице, показать, что здесь обычно бывает и происходит. Каждый год фото машин и мотоцикла. ₽200 фотосессия. Так, ну опять туда дорога. Тоже с сетью всевозможных магазинов. Как раз вот всякие безделушечки, сувенирчики, продукция. Даже не знаю, как это точно называется. В общем, много всяких сувениров. На память об Анапе, не только. Очередной гироскин. Повернешь на нас? Так, ты живая, ЖИК. Здесь мы раньше покупали и шашлык, и шаурму. Летний как раз вот у них летний двор или как летние веранды, а сейчас он увеличивает. Да, вот на улице здесь стоял столики, можно было покушать. Ну тоже, ребят, хорошо готовят армяне, очень вкусно. Теперь у нас уже начался подъем. Мы идем как раз в сторону рынка. Вот, но по пути опять нам попадаются столовые, опять же, те же самые сувениры. Множество сувениров. Давай подойдем. Из них у нас браслетики очень. Посмотрим на сувениры, красивые. На продукцию. Так немного. Мимоходом. Тут вот лавка сувениров, нет? Что там, очки? Оптом в розницу, но это нам не надо. Одежда всевозможная. Тут ведь где-то у нас магазинчик такой маленький был, в котором мы всегда покупали браслетики. Ходили... Всегда качественные, нет. Хорошие, кожаные. В этом году мы его не наблюдали. А так ширпотреб китайский здесь было очень много, великое множество всяких висюлечек, берюшечек. Вот он, наверное, закрыт. Вот здесь где-то, наверное, был. Занимается уже другой вид, другим видом деятельности. Ну да. Может, что-то подает другое. Правильно? Возможно. Застрять будем, внимание. Ну, так, чуть-чуть, все по 20 минут. Ну да, я думаю, будет заметно на видео. Плохо выглядит. Плохо? Я не знаю. Мне вообще отлично. Ну, вон там их очередная сеть таких же ларьков. Пойдем посмотрим. Полотенца, опять же, тут пляжные, пляжные принадлежности. Минные ложки даже тут входят были. Ну, да. Ну, когда-то такие покупали. Тарелочки, вееры, много всего интересного, что может понравиться. Опять же магниты, великое множество, на любой вкус, цвет.
опять же, вид вот это устройство. Привлекает внимание. Думаю, что это селфи-палка. А это стедикам. Как он называется? Стедикам. Гостиница центральная. Так, мы уже приходим к Пионерскому проспекту. Ну, все то же самое, все те же самые магазины, винодела, футболки, одежда, обувь. Покажи, наверное, отсюда всю длину, наверное, улицы. Достаточно. Здесь даже не видно, не видно. Там вот вдалеке, вдалеке. Огоньки-то. Откуда мы шли, это как раз эстрада. Летняя не только эстрада, летняя эстрада, да, еще дальше там этот, как он называется-то. В общем, концертная площадка там. Кино там всегда показывают, когда проходит фестиваль. Как раз в сентябре, в бархатный сезон. Бон аппетит. Ну и тут уже как бы начинаются аллеи гостевых домов. Магазины практически заканчиваются. Здесь вот рынок, да, будет сейчас. Автовокзал. А, вот автовокзал. Кстати, и вон колесо обозрения, его как отсюда видно. Да, видно. Еще пока работает. Пешеходные переходы у нас уже включились, светофоры. Работать перестали, время позднее. Ну что ж, дальше, я думаю, нам снимать не обязательно. Да, мы идем как раз в сторону рынка овощного. Вот такая прогулочка небольшая.